Итак, внезапно на аниматроне я нашел вот такой вот пост, который еще вот описывают одним комментарием как детский ремейк Тихоокеанского рубежа. Rumble, он же Лига монстров. Если что, здесь же есть и описание вот такого вот сюжета. И, собственно, давайте заценим. Что это у нас за такая вот Лига монстров? И почему она называется детским ремейком Тихоокеанского рубежа? Get ready for this. Сегодня нас ждет финальный бой монстров! Ого! Готовы к бою? Ага! Эй, сделаем селфи! Щупальца! Смотри, какая у меня татуировка с тобой! За чё? Нормально вот так привыкли к монстрам. За всю историю монстр-рестлинга еще ни разу не было чемпиона подобного щупальцу. Фанаты по всему миру задаются вопросом, найдется ли соперник достаточно храбрый и сильный и дисциплинированный, чтобы стать следующим чемпионом. Раз. You're ready for this. Unlimited. Может, с виду так и не скажешь, но внутри Стива живет настоящий монстр. Это если что, та самая музыка, которая была в Space Jam. Чемпион. Он что, его съел? Благодарю за поддержку. Надо серьезно поработать над силой и выносливостью. К счастью, у меня есть идея. Че? Слушай, я, пожалуй, откажусь, Винни. Поднимай! Монстрёвые грязные танцы? Почему, собственно, нет? И ещё раз! И снова! Опять! Вот так получается! Ой-ой! Это просто кошмар! Не, ну а чё? От Space Jam перешли к монстровым грязным танцам. Почему бы, собственно, и нет? Ну, в принципе, на самом деле неплохо, хоть и предсказуемо то, что вот этот главный герой, он в конце станет суперзвездой, его все будут любить, обожать, и все будут счастливы. Предсказуемо, но тем не менее, посмотреть не помешает. На этом все.